Скарлетт Йоханссон и Колин Джост собираются пожениться, сообщает журнал People. Тот факт, что пара помолвлена, подтвердил представитель актрисы. По его словам, дата свадебной церемонии еще не назначена. Это будет первый брак для комика шоу Saturday Night Live Колина Джоста, а для звезды «Мстителей» и «Призрака в доспехах» уже третий. С 2008 по 2010 годы Скарлетт была замужем за Райаном Рейнольдсом, а затем вышла замуж за Ромена Дориака, в браке с которым у актрисы родилась дочь Роуз. Дориак и Йоханссон развелись в сентябре 2017 года. Колин Джост и Скарлетт Йоханссон вместе с декабря 2017 года.